Желательно слушать тексты вообще без самого текста. Вы уже будете воспринимать информацию на китайском языке очень хорошо. Друзья, всем огромный привет! А у нас продолжается марафон по подготовке к экзамену по китайскому языку. И сегодня мы с вами будем готовиться к аудированию. Я вам расскажу три способа, как же можно подготовиться к аудированию. Про сам экзамен HSK я рассказала вот в этом видео. Сейчас вылезет подсказка, вы сможете перейти и посмотреть. Ну а мы не будем затягивать и поехали! Ну и первый способ, это, конечно же, слушайте тексты в учебнике по 2-3 раза. Кстати, желательно слушать тексты вообще без самого текста, да? То есть вы садитесь, слушаете текст, там первый раз, второй раз, и пытаетесь понять смысл. Для чего это нужно? Для того, чтобы, во-первых, улавливать информацию, уметь, да, потому что у вас есть одна часть аудирования, к которой мы сейчас готовимся, и тем самым вы сможете понимать китайскую речь на слух, по-моему, клево. Второй способ, которым я сама пользовалась буквально за 2 недели до экзамена HSK, это выполняйте по одному тесту HSK самому до экзамена, да, каждый день. Тем самым вы будете подготавливать себя к самому аудированию, то есть как оно выглядит вообще в экзамене. Ну и также вы будете запоминать новые слова. Если вам нужны тесты для подготовки к HSK, то напишите об этом внизу в комментарии. И я в следующем видео обязательно прикреплю ссылочку на эти тесты. И третий способ, очень действенный, это смотрите мультики на китайском языке, то есть самые-самые простые, либо какие-то фрагменты китайской жизни, да, их много. Некоторые я оставлю внизу в описании, да, ссылочки на них вы сможете перейти посмотреть. Благодаря мультикам вы также сможете понимать китайскую речь, и вам легче будет сделать часть аудирования на экзамене, потому что вы уже будете воспринимать информацию на китайском языке очень хорошо. Надеюсь, что этот короткий урок вам был полезен. Обязательно пишите в комментарии, если вам нужны тесты HSK для первого уровня, в комментариях. И я в следующем видео обязательно прикреплю на них ссылочку. Всем спасибо большое за внимание. Не забудьте подписаться на канал, конечно же. Всем пока-пока. Жду вас на следующий день в марафоне.